А теперь о ЧП. Бомба средь бела дня. В Караганде заминировали Казпочту. Звонок поступил в полдень. Звонивший сказал, что здание может вот-вот взорваться. В тот же момент были эвакуированы все сотрудники офиса. От каких-либо комментариев спецслужбы отказались. Примерно где-то в 13:15 на пульт управления пожарных 101 поступил вызов, что в районе Дворца культуры Горняков, а именно в здании Казпочты, заложена бомба. То есть к месту происшествия были стянуты сразу все экстренные службы, пожарные расчеты, медицина катастроф и сотрудники спецподразделения СОБР и саперы. На данный момент устанавливается наличие бомбы, пока никакие результаты поиска неизвестны. В ДВД области сказали, что личность подозреваемого устанавливается. We'll be right back.